Марафон самбо проходит каждый год. Тут целая площадь людей, которые принимают участие в этом марафоне. И вон там главные зажигающие люди. И Дрюня с бананом проснулся. Они ему все мешали музыкой спать. Часа 4 уже танцуют. Да, Дрюнь? Там даже сиденья поставили для тех, кто выдохся, отдыхать, посидеть. Потому что это же марафон. Ничего себе, люди танцевать любят. Бабулька танцует. Ой, народ. Наша площадь. А Дрюня хочет плавать. Мы не будем танцевать, мы пойдем плавать. В общем, вот такой у нас марафон еще проходит тут на улице. Все это организуется мэрией Салоу. Поскакали. А это еще выставка собак тут рядом стоит, каких-то вот этих длинных худых собак. Какая-то выставка, ой, как интересно. Какие-то, это, видимо, участники АКОГа. В общем, про собак выставка рядом тут. И что-то еще продают, всякие штучки для собак. А, это именно эта порода. Я не знаю, как эта порода называется. Такая, в общем, собака длинная. Тетя еще пришла с собаками. Они в королевских дворах, по-моему, на охоту в Англии, на лис, вот такими собаками охотятся. Полки для фанатов этих собак, ничего себе, что только не придумают. Бедная, у нее лапка больная, вон стоит собачка, бедняжка. А, понятно, это в поддержку собак, фонд в поддержку собак, которых вот хозяева вон, там, забросили или что-то такое, понятно, все. Эти вот футболки покупаешь, это идет в их фонд. Ну, там с косточками какая-то, совсем тощая собака, избитая, все понятно. Но почему-то здесь именно вот такая порода собак, странно. Дрюнь, какие они, лучше не подходить, наверное. Да, бедные собачки. Мы еще на одном представлении уличном. На этот раз какие-то жонглеры. У них даже есть закулисье. Вот маленькая шторка стоит. Андрюня лежит. Тут развалился. На теплых камнях. А вон там оркестр и старички танцуют сардану. Сейчас пойдем сейчас. Дрюня просит... Твое любимое блюдо – макароны с тунцом. Там клоуны выступают, а тут у нас концерт. Такой классный, ух. У Дрюни только гармошка из музыкальных инструментов и дудочка есть. А пианино он сломал. Бабульки танцуют. А тут круг все больше и больше. На сардану. Дрюня впечатлен музыкой. Очень модно тут ходить с веером, бабулькам. И везде веер дают как в качестве подарка. Мы на велике вышли кататься. Наконец-то мы приделали колеса задние. И теперь на нем можно сидеть и не падать с него. Хотя он еще все еще велик. Но научиться кататься на велосипеде не так-то просто. А там сопротивляется. Идет за мной пешком, стоя на велосипеде. Это не беговел, Дрюня, это велосипед. Садись на него и нажимай на педальки. Обучение катанию на велосипеде за шоколадки. Обещаны шоколадки, и только поэтому Дрюня старается и вот куда-то едет. На роликах он точно так же хотел ролики, выпросил ролики. Когда мы их купили, одели, он не хотел на них кататься. Но за чипсы и шоколадки он научился на роликах кататься за неделю. Так что, Дрюня, давай, на велике научишься, тоже кататься будешь, мы тебе снимем задние колеса. Давай. Пришли на фонтаны с Дрюнькой, потому что на море волны. И тут сейчас поживее картина, вон как этот лабиринт. Отключается, включается. Все и так мокрые. Вон какие открываются порталы. Так что будете в Салоу, идите на фонтан с детьми. Это будет очень весело. Особенно, если будет много детей. Мальчик пьет воду.
Мальчик, ты что делаешь? Вот, смотрите, смотрите сюда. Мальчик. Ай-яй-яй. На одно представление мне уличное. И тут какой-то дядя посадил девочку тебе на шею. Неужели он будет сейчас на одном колесе кататься? Я прям боюсь. Но, респуста корректа. Алла! Ой-ой-ой, ничего себе. Ой-ой-ой. Сеньорас и сеньорес. Дрюня, убери ноги. Ой, это дядя клоун. Какие у него ботинки? У него еще чемодан такой большой. Наверное, в нем есть, не ездит. A los que dicen sí, tenéis un morro impresionante, como lo estáis arriba, es claro. Con una rueda, crolo pie, ¡fuep! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, ya toma, toma, toma! Nada, ¡sí, nada, señor! Nada. ¡Un fuerte aplauso! Oh. ¡Para este niño tan valiente que se llama Sara! ¡Fuerte aplauso! ¡Venga, saluda, 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 saluda! ¡Gracias! ¡No soy oculo, no puedo cantar! Señoras y señores, aquí termina mi espectáculo, aquí empieza su espectáculo. Muchas gracias. У этих-то хоть и музыка, вот у этого дядьки, вернее. Gracias, gracias, gracias. А мы пришли к шапочному разбору. Sean generosos, por favor. Ой, где там Дрюня? Yo. У нас тут поющие фонтаны и вся площадь забита народом. Дрюня танцует. Давай. Ой, как я боюсь тебя. Ночные танцы. Ну что это за танцы такие? Красиво. Backstreet Boys. Ой, какие танцы. Дети как груша облепили эту штучку, пирамидку, паутинку. Браво! Мы учимся на одной ноге ездить. Если бы у Чарли Чаплина были бы ролики, он бы вот так на них катался. Отдам тебе концерт. Концерт. Он в экстазе. У нас лежит магазин игрушек, и тут полно детей. Вот эти игрушки такие дорогие. Семья барашков 28 евро 90 копеек. Вообще офигеть, как дорого. Но у них классный домик, правда? Очень классно. Здесь еще всякие лабиринты, штучки есть, ловушки. Дети приходят и играют. Но это не самый дешевый магазин. Он по дороге с пляжа. Но здесь интересные игрушки. Большинство из них деревянные. Прямо так вот на улице стоит. Поэтому Дрюня сюда и заходит частенько. Зань, да, Занька голый там сидит. Какая прелесть. И что он чего на лопа? Ну, наверное, дома он отдыхает. Что ему в одежде-то ходить? Дрюне понравился этот домик. Привет, мы в Барселоне. Наш паровозик. Да, такой паровозик. Мы попали в Барселону в центр и никак не можем выехать из нее. А проезжаем такие дома. Вот это, например, какая-то многоэтажка непонятная, какая-то космическая. О, вся из каких-то решеток состоит. Вон Санграда Фамилия виднеется, которую больше 100 лет строят, никак не достроят. И тут все в стройке идет. Да, Барселона в стройке. Наконец-то мы выбрались из Барселоны. И теперь путь держим в городочек Сиджес.
Вот, наконец-то мы на пляже в Сиджесе. Такая набережная. Ой, как жарит солнце. Чудесный день. Сентябрьский. Вообще Сиджес находится недалеко от Барселоны. Он является столицей для людей с нетрадиционной ориентацией. Очень красивый городок на берегу моря, но очень дорогой. Мы зашли перекусить, потому что мы очень устали. Такое чудесное местечко, пиццерию, всякие фотографии на стенах. Шикарное местечко. Принесли пиццу. Ло-ло-ло-ло. Вышли через жаркий проход курочек. И сейчас идем вперед на прогулку. Посмотрим. Здесь, кстати, по всему городу вот такие вот флаги висят. Этот уже выцвел. На самом деле это уже не его цвета. А вообще это флаг людей с нетрадиционной ориентацией. Не знаю, почему-то это место мне напомнило Гранаду. Очень похожее. Кстати, эти флаги везде висят. Вон там тоже висит. Сейчас время обеда, люди обедают. Кидаем Сиджес, потому что сейчас очень жарко. Во время обеда мы сюда попали, пообедали, но очень красивое местечко. Вечером будут погулять. Но так как мы ехали по делам, и у нас не было с собой ни полотенец, ни купальников, поэтому покидаем мы Сиджес. Чудесное местечко. Пришло время. И Дрюня катается на двухколесном велосипеде. Ну, пока он четырехколесный, но почти. У-ля-ля, у-ля-ля. Папа подкрутил его, и теперь на нем легче кататься, чем сначала мы сделали. Дрюня накатался на велосипеде, уморился и лежит, отдыхает в чудесном гамачке. Мы тут забрели в какой-то парк. Классный гамак, релакс. Конечно. Супер. Реформированный парк. Тут раньше какие-то автобусы были деревянные для детей 100-летней давности. По-моему, эта качелька и вот эта горочка 100 раз лучше. Меня тут заснет, мама домой одна пойдет. У нас там наверху у нас елки и шишки. Пошли вечером кататься на велике и услышали музыку. Завтра будет день Каталонии, они вот уже готовятся праздновать. Там рыночек, расставили палатки, а тут шествие ходит и барабанит. Он идет с флагом Каталонии, и вот народ идет и танцует барабанами. А сзади такая толпа огромная за ними бежит. Ну и я в том числе. И Дрюня там где-то сзади с папой, с велосипедом. Вот такая толпень. Просто идет за ними. В школу. С грустным лицом. А теперь мы идем в школу. Каникулы закончились. Идем. Идут все дети с портфелями в школу. У нас новый класс. Класс. Тра-та-та-та-та. Прощай, прощай. Лето. Привет, школа. Дети не выспавшиеся с синяками под глазами.